Изабель нигде нет, ее вещи разбросаны. Наверное, браконьеры схватили ее. Давай выследим этих животных по следам. Давай, мужчина, здесь ничего. Опа, записка. Герард, я нашла тайник. Он там, где мы впервые встретились. Не пишу точное место, боюсь, мои старые знакомые меня нашли. Надеюсь, ты поймешь, куда идти. Старые знакомые Изабель. И финал истории. Охотничий инстинкт. А еще финальные награды. Тайник Изабель. И поздравления разработчиков. 7 лет вместе. Погнали. Друзья, всем огромный привет. С вами Харди. И мы продолжаем. Охотничий инстинкт в Last Day. Место, где Изабель и Герард впервые встретили редкое животное. Изабель про него говорила в записке. Видимо, там ее и схватили браконьеры. Дубовый перелесок. Найти Изабель. Это мы можем. Так, чё с говноеды? Давай красиво это делать. Активней лопатой работай, активней. Капец, мужчины. Ай-яй-яй, женщину-то заставлять. Оу. Слушай, хорошо снимают. Но я тоже как бы, да? Не пальцем деланный. Ха-ха-ха! Выслушай главаря. Эй ты! Дернешься, умрешь! Так, всем стоять на местах! Или пристрелю ей башку! Прострелю ей башку! А не пристрелю! Ха-ха-ха! Грязь! Осмотреть сундук. Понял. Так, лопата. Этот тайник ничуть не стоил мне жизни. Забери его себе. Что там в тайничке? Ну, неплохо, да? Комплект брони боевого антирада? Резонатор? Ну, неплохо, неплохо, слушай. Вот это вот самое ценное, да? Катушка, это прям капец. Чё, всё? Ну и всё, и Изабель вернулась на место, да? Она нам как раз там нужна. Изабель, уже бегу! Герард ничего не говорит. И она вернулась на свою позицию, чтобы мы могли у нее получать награды. Знаки охотника. Время пришло. 41 левел. Лавка с трофеями. Доступны новые трофеи. Какие топшные, ё-моё-моё. И теперь мы бесконечно с тобой фармим знаки охотника. В этом и приколюха. Ой, как много всего, это хорошо. Не все мне надо, но халява, она как бы всегда сладкая, да? Так, самое интересное. Ну, здесь я буду выкупать, как ты понял. Ротвейлеров, кирпичики, я снимаю доски и дубовые доски. Мне это прям надо, остальное мне уже не надо. Ну, может быть, еще щенок хаски, да? А че нет-то, третий уровень, давай. А вот здесь самое вкусное, ё-моё. Швейный стеллаж. Модификация для дрона. Фиол-карту, думаю, можно забрать. А чё она валяться тут будет, да? И вот эту штуку на всякий пожарный тоже возьму. Нам ещё минивэн с тобой качать в будущих обновах. И чё теперь? А теперь продолжаем фармить знаки охотника, чтобы выкупать, ну, как минимум, ротвейлеров. А если у тебя еще нет верного друга, тогда все три собакина ты просто обязан выкупать каждый день. Помчали домой? Хорошо стоит. Ну, не лишняя штука в нашем доме. Кожа, плотная ткань, обычная ткань, вышушенная, невышушенная, еще и веревки и трава сюда залазят. Ёлы-палы, 2 чемодана уже освободил, представляешь? Вот тут стеллаж был полностью забит. И вон там еще один ящик далеко. Ну а теперь открываем его. Фу! Че за говно? Мощные двигатели. Ну, что поделать, у меня уже много модов открыто. Если у тебя нет, тогда тебе повезет больше. Возвращаемся назад в охотничьи угодья. Награды у меня уже все обновились. Каждый день. Ротвейлер. Кирпичики. Это у нас... 500 клыков этих, да? Если прям совсем гуляем, я заберу еще ясень.
Блин, ну дубы что-то как-то, да, вот, блин, что-то не очень. Я лучше возьму вот так, хаски. И так каждый день. Обалдеть. А хватит ли нам клыков, чтоб каждый день? Хватит. У нас еще с тобой накопленных 3250, да? И еще каждый день мы будем забивать вот эту штуку. А это, ну, плюс-минус 3 левела с копейкой, я думаю. Об этом мы узнаем в следующем видео. А еще, как не портить шкуру и убивать животных без заточенного оружия. Не пропусти следующее видео. Ну а сейчас давай посмотрим...